А вот сыны не там, сроки сдачи 10 школы опять сдвигаются. Мы помогаем. Итоги благотворительной акции канала 16. Нестандартная математика и устный счет. В молодежном центре наградили победителей Олимпиады и турнира. Далее расскажем обо всем подробно. В 2020 году на левом берегу реки Сатис появится новое общественное пространство. Компания «Саров Инвест» приступила к планировке земельного участка. Производится его санитарная очистка, вывоз мусора. Плодородный слой почвы снимается для его хранения и использования в дальнейшем для рекультивации земли после окончания строительства. Все работы производятся в соответствии с проектной документацией по комплексному освоению в целях жилищного строительства. Утверждено постановление администрации города Саров в 2013 году. Взамен вырубленных насаждений компания «Саров Инвест» проведет компенсационное озеленение территории ценными породами деревьев. Для этих целей компании «Саров Инвест» приобретено более 1500 саженцев ивовых пород, которые уже привезены в Саров и прикопаны в землю на специальном участке. В будущем они будут рассажены по всей территории в зоне благоустройства. Благоустройство территории проведут на таком же высоком уровне, как и на участках в районе жилого комплекса «Саровская ривьера». Закончат работы уже в 2020 году. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Саров – это город очень высокой культуры, очень высокого спроса на культуру, высокого запроса и высокой оценки и самооценки. В преддверии зимних праздников в художественной галерее чествовали тех, кто на протяжении всего года активно трудился и продвигал искусство в нашем городе. Представители администрации поблагодарили работников культуры за профессионализм и пропаганду вечных общечеловеческих ценностей, обозначили задачи на следующий год. Основная наша задача всех тех, кто присутствует в этом зале, это сохранить и историю, и культуру нашего города. У нас есть еще одна сверхзадача. Это задача научить наших горожан понимать Саров как необыкновенный феномен. Феномен духовной и научной культуры. Сотрудники культурных учреждений города также подвели итоги года. Работникам библиотеки имени Владимира Маяковского он запомнился многочисленными проектами и приемами в своих стенах известных деятелей в сфере искусства. Это были приезды и по линии «Росатома», когда к нам приезжало издательство детской литературы. У нас был музыкальный вечер артистки Ардовой. И также, наверное, приезды, которые были в рамках проекта «Персона». Благодарственные письма от администрации получили десятки специалистов из Саровского драматического театра, художественной галереи, библиотек и музеев города. Весь год они устраивали творческие встречи, концерты, выставки и спектакли, чтобы жители приобщались к прекрасному и всегда могли культурно провести время. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Ключи и документы на квартиру стали настоящим новогодним подарком для Кузнецовых. В свою очередь они ждали почти четверть века. Это 15-я семья в Сарове, которая получила в 2019 году жилье по договору социального найма. Мы желаем, чтобы в этом доме, в этой квартире вам было комфортно и тепло. Спасибо. Теперь вместо комнаты в общежитии у Кузнецовых в распоряжении двухкомнатная квартира площадью 60,5 квадратных метров. Жилье передали владельцам с косметическим ремонтом. Постелили новый линолеум, наклеили обои, установили натяжные потолки. Сантехника и газовая плита тоже новая. 3-го мы планируем переезжать. Не получится у нас до Нового года переехать. Мы как-то вот совсем не планировали переезд. Это очень быстро случилось. В светлой просторной квартире разместится семья из 4 человек. И хотя до переезда еще неделя, Светлана по-хозяйски осматривает жилье. Какие шторы повесить, где поставить шкафы и диваны. Младшая дочь Настя уже присмотрела себе комнату. Вместе с мамой они планируют обстановку, зону для занятий, учебы и место для игр с племянником. Я очень рада. Скорее всего, я выберу именно эту комнату. Она светлая. Я давно хотела себе светлую комнату, вот, и я очень благодарна. Новый год для семьи Кузнецовых начнется с ответственного дела – переезда в новое жилье. Но после стольких лет ожидания – это приятные хлопоты. Елена Грицкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».
Как привлечь в ряды саровских добровольцев новых участников? Чем их заинтересовать? В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Сарову предложили заключить соглашение с Министерством образования Нижегородской области, чтобы совместно проводить мероприятия. И первый из них – фестиваль молодежных субкультур – планируют провести через несколько месяцев. Также в начале следующего года пройдет конкурс на создание опорного центра волонтерства для различных зон региона. Наш город подал заявку на участие от южного сегмента. На базе молодежного центра создание такой опорной площадки по добровольчеству с использованием загородного лагеря «Березка». Но поскольку понятно, что все волонтеры зоны юг не смогут въезжать в Саров, а площадку «Березки» мы могли бы использовать для обучения и проведения мероприятий. В Сарове координирует деятельность волонтерских организаций опорная площадка добровольчества. Ее создали в 2017 году на базе молодежного центра. О задачах и направлениях работы опорной площадки рассказал руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт». Основные задачи опорной площадки города Саров – это ресурсная поддержка, методическая поддержка, информационная и организационная поддержка волонтерства. В нашем городе работают 27 волонтерских организаций. Добровольцы активно участвуют в жизни Сарова, становятся инициаторами проведения различных акций. Но, по мнению руководителя Департамента по делам молодежи и спорта, этого количества не хватит для проведения масштабных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и юбилея атомной отрасли. Сегодня у нас 823 волонтера, и волонтеры довольно-таки активно участвуют в организации проведения мероприятий и активно вовлекают в свою деятельность благополучателей. Порядка 18 тысяч человек ежегодно становятся участниками их мероприятий. В ближайшие 5 лет планируют привлечь в ряды волонтеров более 10 тысяч человек разного возраста. Для этого на базе опорного центра добровольчества создадут банк вакансий. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Артем, Александр, Матвей, Андрей и Дмитрий. На протяжении 8 лет эти мужские имена остаются востребованными у родителей новорожденных. Девочек чаще всего называют Анастасия, София, Анна, Виктория. Мама и папа редко стали давать малышам русские имена, такие как Григорий и Николай. Родители, которые заимствуют из каких-то других культур, называют своих детей. Вот в 2019 году у нас девочек назвали Габриэла, Мия, Устинья, Тея, Агнесса, то есть единичные имена среди девочек, но вот в этом году они даже новые. За 5 лет именно таких имен не давали. Среди мальчиков вот редко встречающимися именами назвали своих Дриан, Леон. В этом году в Сарове смертность превысила рождаемость более чем на 200 человек. Оформили браки 398 пар. 12 семей усыновили детей, 41 человек сменил имя. На сегодняшний день стабильно это либо приводит в соответствие все-таки имя, которое вот при рождении родители дали, но в силу каких-то обстоятельств, вот Алена, Алена, то есть дали четко имя Алена. А человек, когда получал паспорт, она, например, точки ее либо как-то забыли поставить при получении паспорта, то же самое пропустили, не посмотрели, что имя указано не так, как нужно было бы указать в документе, удостоверяющем личность. Также в этом году большое количество саровчан обращалось в ЗАГС с заявлением о перемене фамилии. В основном это женщины, которые при заключении брака не смогли по той или иной причине взять фамилию супруга. Но спустя несколько лет все же решились на этот шаг. Были и те, кто при разводе вернул девичью фамилию. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Открытые потолки, полы без покрытия, горы стройматериалов в коридорах – это лишь малая часть недоделок, которые требуют быстрого устранения подрядчикам. По договору школу должны были сдать 15 августа. Год подходит к концу, но завершение ремонта и открытие учреждения все еще остается призрачной мечтой для учащихся и их родителей. В ноябре мы уже приезжали проверить готовность объекта к сдаче. Тогда строители уверяли, что закончат все работы к Новому году. И вновь мы видим неутешительную картину. Санузлы и коридоры первого и второго этажа не готовы, а значит, объект снова не сдадут в срок. Строители завершают ремонт в пищеблоке и спортзале. Не во всех туалетах успели установить сантехнику. Презентабельно выглядят только учебные кабинеты и коридоры третьего и четвертого этажей. В начале ноября объект посетил депутат Государственной Думы Денис Москвин. Тогда, после осмотра школы, он с уверенностью заявил, что подрядчик не успеет доделать ремонт к Новому году.
Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел, и по готовности подрядчика, который, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать. Значит, они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация, судя по тому, что там происходит. Предположения чиновника оправдались. Возникает вопрос, в чем причина неоднократного переноса сдачи школы. Подрядчик ссылается на то, что не получает должного финансирования. Администрация уверяет, что проблема в безответственном отношении, слабом техническом и рабочем составе строительной компании. Теперь подрядчик обещает закончить работы к 9 января. Но будут ли работать бригады в усиленном режиме в новогодние праздники – большой вопрос. Часть работ строители планируют доделывать во время учебного процесса. Специалисты будут обустраивать спортивный зал, подъемник для инвалидов в столовой, устанавливать видеонаблюдение и интерактивное оборудование в классах, монтировать кабинки в санузлах и благоустраивать стадион. Выполнит ли подрядчик обещание на этот раз, будет понятно после новогодних праздников. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Традиционно в преддверии Нового года канал 16 собирает подарки для нуждающихся пожилых людей, чтобы подарить заботу и атмосферу праздника. В 2019-м удалось наполнить 11 пакетов продуктами первой необходимости, предметами личной гигиены и сувенирами. Все это удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных саровчан и аппарата городской думы. Первый презент команда канала 16 привезла адресату лично. Александра Степановна Яблонская живет с сыном-инвалидом. У них нет возможности побаловать себя Новый год, встречают скромно. Пенсионерка не переставала благодарить жителей нашего города за внимание, которого ей не хватало с момента переезда в Саров. Я тронута до глубины души. Большое вам спасибо и вас наступающим. Здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого хорошего. И спасибо. Это за 25 лет, которые я здесь проживаю, я из Пензы 19, это первый подарок и первое внимание в этом городе. Еще 10 пакетов наша редакция привезла в Управление социальной защиты населения. Все подарки распределят и доставят нуждающимся одиноким пенсионерам до наступления Нового года. Благодаря неравнодушным жителям нашего города собраны наборы продуктовые для одиноко проживающих пожилых людей нашего города. Эти наборы будут вручены в канун Нового года одиноким жителям, чтобы они себя не чувствовали в новогоднюю ночь и в Новом году забытыми. Благотворительная акция «Мы помогаем» – еще одно доказательство, что новогоднее чудо существует. Подарить частичку тепла и заботы тем, кто в этом нуждается, по силам каждому из нас. Чаще делайте добро, и оно обязательно вернется в 2020 году. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Дима Якунчиков учится в 3-м классе 15-го лицея. В этом году он впервые решил попробовать свои силы в осенней олимпиаде по нестандартной математике творческой лаборатории 2x2. Задания были непростые, но мальчик справился с ними и заслужил похвальную грамоту первой степени. Дима доволен своим результатом, особенно потому, что математика – его любимый предмет в школе. В математике мы очень часто узнаем какие-то новые типы задач, новые темы у нас часто там происходят. И вот для меня это все интересно. Олимпиаду по нестандартной математике творческой лаборатории 2x2 и турнир по устному счету молодежный центр совместно с АРФТИ и НИЯУ МИФИ проводит уже 5 лет. И с каждым годом количество участников растет. Этой осенью интеллектуальные соревнования собрали более 500 человек. Из них 109 стали призерами. Когда мы начинали 5 лет назад, в основном интерес к нашим мероприятиям проявляли ребята из лицейских школ, из гимназии. Больше по большей части это были ученики 3-го и 15-го лицеев. А сейчас, география школы, она очень широка. То есть очень много школ нашего нового района, 17-е, 16-е, 14-е. То есть интерес очень большой. Особенно большой интерес к турниру по устному счету. В олимпиаде по нестандартной математике могли участвовать только ученики начальных классов. А на турнир по устному счету приглашали всех желающих. Попробовали свои силы и родители. Примеры очень сложные.
их нужно решать в уме. Это крайне сложно. Родители, в общем-то, в этом году у нас попробовали и поняли, насколько это ответственно и серьезно, и как при этом себя чувствуют дети. Зимняя Олимпиада по нестандартной математике пройдет 9 февраля. Подробности опубликуют в ближайшее время в группе молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. Подарить праздник и заряд хорошего настроения детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такую цель поставили перед собой организаторы благотворительной елки, которая прошла в Центре поддержки предпринимательства. Гостями интерактивного представления стали ребята из теплого дома и 9-го интерната. Мы понимаем родителей, которые попали в такую ситуацию, что они не могут, они хотели бы, например, подарить своему ребенку там кучу впечатлений, но не могут привести его на обычную елку. И мы, посовещавшись, решили, что проведем такую акцию. Детей ждал новогодний квест с участием героев известных сказок и различные задания. Ребятам предстояло вызволить из плена символ Нового года – крыса. Помогали им в этом родители, бабушки и дедушки. Большую помощь в подготовке праздника оказала Инесса Шевцова. Также она примерила на себя образы сказочных персонажей. Инесса уверена, чужих детей не бывает, и оставаться в стороне от их проблем нельзя. Конечно, тоже не можем остаться в стороне и не поздравить вот таких детей, не создать им новогоднее настроение, не подарить какой-то небольшой подарок, чтобы они вошли в Новый год, в Рождество с хорошим настроением, с верой в то, что людей добрых, отзывчивых и светлых, и хороших в этой жизни больше, чем противоположных. Подобные праздники организаторы планируют устраивать и впредь. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. Крысы – животные, которые покоряют своих владельцев высокими умственными способностями, потрясающей памятью, хитростью и умением выполнять сложные трюки. У одних эти грызуны вызывают чувство брезгливости и страха, для других оказываются лучшими домашними питомцами. Крыс бояться не стоит, потому что, когда крысы приручались, их именно отбирали по лояльности к человеку. То есть никакой агрессии к человеку у декоративных крыс нет. Это декоративный вид крысы, и, естественно, они отличаются от своих диких сородичей, которые обладают определенной агрессивностью. Декоративные крысы произошли от лабораторных. В год они употребляют 12 килограммов продуктов. Грызуны способны отличить отравленную пищу от обычной даже тогда, когда концентрация яда мала. Интеллект у крысы больше, чем у кошки. Она способна учуять еду за 50 миллисекунд. У крысы хвостик не чистится, она чистит больше себя. А еще крысы хорошо ныряют, лазают по канатам, трубам и деревьям. За день они преодолевают от 10 километров и могут прыгать в высоту до 80 сантиметров, а в стрессовом состоянии до 2 метров. У крыс богатый диапазон криков. Они разговаривают между собой ультразвуками. Они могут взять разную частотность. Сегодня крысы не менее популярны в качестве домашних любимцев, как собаки и кошки. Главное преимущество грызунов в том, что они занимают мало места и подходят для небольших квартир. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. «Сказка «Летучий корабль» – это волшебная история любви трубочиста Иванушки и царевны Забавы, которые мечтают об уютном доме и простом семейном счастье. Сюжет спектакля давно знаком зрителю благодаря одноименному советскому мультфильму. Режиссер Антон Неробов уверен, каждый в постановке найдет что-то свое. Маленьких зрителей заинтересуют визуальные эффекты, яркие костюмы и декорации. А взрослые смогут окунуться в атмосферу детства и вновь поразмышлять на тему добра и зла». Совсем маленьким детям, там 4-5 лет, они видят большие яркие пятна, видят яркую динамику действий, не понимая, может, слова, чувствуем, как музыка передает настроение. Взрослые чувствуют текст, детишки еще повзрослее, они уже смотрят, и как каждый герой к кому относится и тому подобное. И составляет уже полную картину, за кого переживать, где добро, где зло. Главные роли играют Елизавета Казачкова, Артем Жуков, Павел Козлов, Анатолий Наумов и Константин Алексеев. Для спектакля
спектакля артисты подготовили 12 танцевальных и вокальных сцен. В постановке зрители услышат как старые песни из легендарного мультфильма, так и новые композиции Максима Дунаевского в исполнении актеров саровской драмы. Такой общий большой продукт, который сделан полностью у нас в театре. И наш художник, и наш автор написал инсценировку по известному мультфильму. И наш аранжировщик аранжировал великолепную музыку Дунаевского. Зрителей ждет мудрая история о том, как смелость и искренность побеждают жадность и злобу, о том, как друзья могут выручать в беде. Сказку об истинной любви и чудесах можно посмотреть в дни новогодних каникул на большой сцене Саровского драматического театра для лиц старше 6 лет. В спортивном зале школы номер 7 царит напряженная атмосфера. Здесь подходит к концу городской турнир по волейболу среди юношей. В матче за третье место встретились команды школ номер 20 и 12. На протяжении всего турнира обе команды шли на равных. У каждой была своя цель – принести как можно больше побед. К игре друг с другом спортсмены готовились серьезно. Мы, конечно же, готовы. То есть сегодня прям весь день настраивались. И товарищи из команды настраивали на победу, на то, чтобы играть. Действительно, не испугаться соперников, а выдать максимум. Достаточно сильные соперники начали прибавлять по ходу турнира как раз таки. И вот сейчас будет очень так серьезная игра, будет тяжелая, я думаю. В первой партии спортсмены из 20-й школы повели в счете. Но уже во второй соперник перехватил инициативу. И к середине игры вышли вперед. Но ребята из 20-й сдаваться не собирались. И после минутного тайм-аута смогли догнать и выиграть вторую партию. Спортсмены школы номер 12 не расстраиваются. Говорят, что в следующем году они обязательно отыграются. В следующем году мы поборемся за все призовые места, которые не смогли занять в этом году. Будем готовиться упорно к соревнованиям в следующем году. Всего в турнире по волейболу приняло участие 9 команд. Всем им предстояло сыграть по круговой системе. Каждая команда встречалась друг с другом на поле по одному разу. Ребятам очень нравится игры по волейболу. Сейчас, в принципе, школьный волейбол на подъеме. Ребята как-то общаются, и им нравится, и нам нравится. И учителя общаются, больше общения, и ребятам нравится. По итогам турнира первое место заняла команда из лицея номер 3. Второе – школа 7. Бронзу забрали спортсмены из 20-й. Победителям соревнований вручили дипломы и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы провожаем 2019 год с чувством гордости за результаты нашей работы. Традиционно на 100% выполняется государственный оборонный заказ. Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков. И мы решаем ее с честью. Дорогие друзья, наступающий 2020 год будет особенным для нас всех. Ведь это год 75-летия атомной промышленности, которая является ровесницей Великой Победы. Убежден, что наш юбилейный год ознаменуется еще более значительными производственными результатами. И залог тому – профессионализм атомщиков, их самоотверженность и преданность стране и делу. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости духа, как можно больше радостных дней, успехов и счастья. Пусть в ваших домах всегда живут любовь, уют и тепло. Благополучия и удачи вашим родным и близким. С наступающим Новым годом! Что в нашей жизни самое дорогое? Деньги? Ну, конечно же, нет. Карьерный рост и успех важны, но, наверное, и это не самое главное. Здоровье близких нам людей? Да. Счастье наших детей? Это, конечно же, самое дорогое. Каждый из нас о чем-то мечтает и стремится исполнить свою мечту. Но бывает так, что возможность осуществить мечту другого намного ценнее, чем исполнить свою собственную. Знаете ли вы, о чем мечтают ваши дети? Эти игрушки сделали дети своими руками. На них они написали свои мечты в надежде, что в новом году они исполнятся. Вот Катя. Ей 13 лет.
мечтает съездить в Санкт-Петербург. Коля, ему 8, мечтает о спортивных победах. Наташина мечта, чтобы ее родители никогда не ругались. А 5-летний Сережа мечтает о собаке. Желания детей бесценны, но самое главное, что в наших силах воплотить их в жизнь. Давайте проживем следующий год так, чтобы детские желания исполнялись. Счастья вам! И пусть ваши желания и желания детей вокруг вас становятся реальностью. С Новым годом! Уважаемые горожане, мы проводили 2019 год. Это был год 70-летия испытаний первой отечественной атомной бомбы. Мы с удовлетворением отмечаем, что наше градообразующее предприятие уверенно смотрит в будущее. Это был год 70-летия парка имени Зернова, любимого места отдыха наших горожан. Это был ряд юбилейных дат для нашей системы образования. Мы вступили в новый 2020 год, год 75-летия Великой Победы. Мы будем поздравлять наших участников Великой Отечественной войны, мы будем поздравлять тружеников тыла и всех тех, кто работает на укрепление обороноспособности нашей страны. 75 лет государственной корпорации «Росатом» будем также отмечать в 2020 году. Я желаю всем здоровья, желаю всем успехов, желаю всем новых ярких открытий и впечатлений, семейного благополучия и всем добра. Глубоко уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники ВНЕФ и горожане, сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Мы всегда с особой радостью ждем эти праздничные дни, наполненные самыми светлыми и добрыми чувствами, подводим итоги и строим планы на будущее. Этот год для ВНЕФ был очень насыщенным. Вместе мы искали решение ответственных задач, которые стоят перед нашим ядерным центром. Мы сталкивались с большими проблемами и преодолевали сложности, находили решения. Нам удалось многое сделать, заложить основу для будущих достижений. События уходящего 2019 года надолго останутся в памяти. Мы отпраздновали 70-летие со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, основную роль в создании которого сыграли сотрудники нашего центра. Испытание РДС-1 кардинально изменило расстановку сил на мировой арене, определив статус великой державы для нашей страны, обеспечив фундамент технологического лидерства атомной отрасли и России на многие годы вперед. В 2019 году был успешно запущен в космос российский рентгеновский телескоп, создание которого большой вклад внесли сотрудники ВНЕФа. Это событие продемонстрировало, что Россия может производить полностью конкурентоспособную аппаратуру для космических исследований и отмечено в число наиболее значимых научных достижений нашей отрасли. Если говорить об основной деятельности, то коллектив ВНЕФ успешно завершил год и выполнил все основные стратегические задачи, поставленные государством. Ядерный центр внес весомый вклад в укрепление позиции России. Хорошие результаты достигнуты по ключевым направлениям деятельности – укрепление обороноспособности страны, так и в гражданской сфере. Подводя итог, хочу отметить, что сегодня у Российского федерального ядерного центра ВНЕФ есть все основания строить созидательные планы на будущее. Пусть 2020 год принесет в ваши дома перемены к лучшему, станет хорошим стартом для добрых дел, осуществлением всех надежд и планов. Дорогие друзья, благополучия, здоровья вам и вашим близким, мира и радости. Уважаемые жители нашего замечательного, красивого города. Город Саров, хоть и закрытый город, но всегда отличался тем, что являлся жемчужиной Нижегородской области, юга Нижегородской области. Жители Сарова – это всегда люди, которые имеют свою позицию. Во многих вопросах в этом году, в 2019 году, они ее очень активно проявляли.
Это вопросы, связанных и с формированием комфортной городской среды. Это вопросы, связанные со строительством 10-й, с реконструкцией 10-й школы. Мы понимаем, что не все задачи, которые были поставлены перед нами в 2019 году, мы сумели реализовать. Но уверен, что вместе с вами в 2020 году мы сделаем гораздо больше для развития нашего замечательного города. Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником, желаю всем крепкого здоровья, оставаться всегда такими же активными нашими жителями. Хочу пожелать близким здоровья, счастья, удачи, и чтобы в ваших домах всегда светило мирное небо над головой. С праздником вас, дорогие саровчане! Дорогие саровчане, от всего сердца поздравляю вас с новым 2020 годом. Уходящий год был сложным, но продуктивным. В новом году я желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов и благополучия. Ну а мы, коллектив канала 16, продолжим радовать вас новыми проектами, ежедневными новостями и рассказывать вам о том, что действительно происходит в нашем городе. Поэтому в новом году оставайтесь с нами и не переключайтесь.